Вы правы, ну, и я так понимаю, все так считают. Это удачный эксперимент. Нам хотелось просто показать, что сделано за последние там, десятилетия, за пару десятилетий. Как шла страна, какие задачи решала, что получилось, чего удалось. Может быть, где-то чего-то не получилось, но в целом наша с вами общая работа, она привела вот к таким результатам, отчасти которых можно рассказать и показать на этой выставке. Свыше 4 миллионов человек уже посетили выставку. Она удалась. Ну, жалко, конечно, что она закончится. Я еще никому не говорил, честно могу сказать, никому не говорил. Но я хочу коллег попросить хотя бы продлить, может быть, на летний период. Ведь большое количество будет... Да, большое количество людей же приезжает в Москву. Миллионы людей с удовольствием придут. Ну, а как это можно... дальше транслировать на страну, на регионы. Ну, подумай, я попрошу коллег. Даже наша глава вчера, Владимир Владимирович, многих спрашивали, ну как, понравилось? А были? Нет, ни разу не были. А как вот, да теперь 7 миллионов детей. Ну да, а это же такой момент, стимулирует. Увидел у кого-то, порадовался и плюс забрал себе что-то. Всегда же хочется, чтобы было не хуже, а даже лучше. Да, абсолютно. Соревновать. Вы правы. Именно так. Вы абсолютно правы. Ирина Михайловна, право, абсолютно. Спасибо, Владимир. Спасибо.